Вот так. Сделали, да? Хорошо. Поворотики. Стынгенряд. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Хорошо. Ух ты. Пошли вращение. Четыре раза. Стынгенряд. Хорошо. Теперь мы делаем мельницу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Один, два, три, патру. Хорошо. Вращение мы делали? Да. Сделали еще раз. Вот это мы должны делать утром. Наклончики пошли сюда. Раз, два, три. И четыре чуть-чуть назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Молодцы. Три приседания делаем. Пошли. Раз, два, три. Хорошо. Сели живы на колени. На колени. Клетки разогрели. Вот так, хорошо, хорошо, молодцы. А теперь сели ножки вперед. Сели ножки вперед. Вот. И поворот вправо-влево. Пошли. Вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Так, легли на спину, спиналя. И пресс. Мах руками, достаем до колена. Раз. Ножки согните. Ножки согни. Викочка, ножки согни. Вот так. И пошли пресс. Пошли. Уно. Выше, Андрюха. Дой. Три. Патру. Чич. Хорошо. Молодцы. Так. Михаила. Вот вы бегаем тоже. Вот эти две. Так. Вика. Вот эти две твои. Так, Алекс, вот это две твои. Нет, сейчас я тебе скажу. Вот эти две возьми. Николай. Йорк, вы наш кто-то. Вот эти две твои. О, а что что-нибудь? Что ты его понял? Андрюха, иди сюда. Нет, возьми вот эти две. А ну поскорее. Вот эти и эти одинаковые или что больше ставят на себе? Одинаковые. Одинаковые? Ну все, добери иди. Все, да? Вообще, так, значит, что делаем? Сегодня мы немножко покачаемся, то вы совсем слабые стали. Коля болеет все время. Потому что он болеет, я не могу тренировки проводить. И пошли сюда. Раз. 30 раз. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Раз. Два. Тяжело? Три. Дальше побольше. Четыре. Пять. До свидания. До свидания. Шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Хорошо. Молодцы. Пошли боксы сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Сядь туда. Так, хорошо. Держим здесь и вот сюда. Развод. Раз. Два. Чуть-чуть снизу. Три. Смотрите. Не прямо, а чуть-чуть ниже, отсюда чуть-чуть разводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Пошли, пошли. Раз, два. А я тридцать сказал?
Пошли. Три. Четыре. Еще раз. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 30. Хорошо. Здесь мельница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. До свидания. Девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Теперь снизу удар. Оп, оп, пошли. Раз, два, три. Считаем легко. 30. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 29. Коля! Коля! Я тебя убью. Легли на спину. Спинарик. Смотрите, садитесь. То есть положил всю на спину, разлом рук, Андрюха, считаешь. Дай ручку. Садитесь вот так. Громче, Андрюха, ноги в колени согните. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все. Так, хорошо, теперь смотрите внимательно. Ложим на спине, ножки согнуты, делаем пресс, то есть за счет маха. Раз и вперед. Вот, Коля делает, смотрите, видите, за счет помогает, 30 раз. Считай, Коля, ты теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 20. Громче. Два, три. Еще громче. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сделали? Да. Встали? Значит, так с такими же махами, то есть снизу вверх получается, пошли 30 приседаний. Алекс, считаешь? Нет, вот смотрите, то есть вы как бы раз вперед, приседаете и ручки вперед. Во, а он какой-то покажи, красавчик. Во, пошли, видите? Знаете, почему он хорошо делает? Сказать? Ну что он лентяй. А лентяй всегда самое умное. Вот кто придумал стиральную машину? Мужчина. Чтобы не стирать. Да? Кто машину придумал? Мужчина. Чтобы не ходить пешком. Вперед, пузатый. Раз. Так. Два. Громче. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что, Саня, сдох? Еще не сдох? Ага. Не сдох еще? Так, значит, сейчас убираем сюда, пока ставим сюда. Значит, так, удары коленом. Партнер держит руки, вы делаете 10 правой, 10 левой, потом меняете. Иди сюда, Андрюха. Андрюха, ты будешь чучело, только не виси на нее. Значит, еще раз, посмотрите. Движение. Раз,
Два. Вот я держу. Берешь колено. Пошел. Раз. Нет, один колено. Правый потом. Раз. Два. Три. Так. Вы вдвоем, вы вдвоем. А ты по чуть-чуть. А ну-ка покажи. Кто? Наверное, да, но, наверное, не знаю, как. Кто никогда не бил люди коленом. Пошли. Пробуем. Потом научимся. Попробуем Дом Мураду. Пойдем посмотрим, как он бьет. Пошли. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, Михаила, бей! У тебя украли кошелек. Бей, Саня! Держи хорошо руки, больной! А держи, а, Санька, хорошо. Пошли. 10 право, 10 левый. Вика, давай бей теперь ты. Вперед, Вика. Вот так. Смотри, какие руки я не поломаю. Так, так, так. Тэквондо? Да. Так, хорошо, Мате, теперь, Вика идет к Андрею, Михаила пока сядет, вы вдвоем вон там, на середине, значит, Вика, ты на двух ногах, Андрюха на одной, значит, бой орлов. Ты становишься, да, на одной ножке, стараться столкнуть так, чтобы партнер встал на две ноги. Понятно, да? Пошли. На правой прыгаем и толкаемся, потом на левой. На правой, на левой. Отходи, Саня, отходи, чтобы он упал. Вот так. Пошли. Мате, так, Андрей, переходишь сюда, Саша, переходишь сюда, Саша, ты на одной ноге, Михаила, ты на двух ногах и двумя руками его толкаешь, а Вика пока, Вика, смотри, видишь мешок висит, иди сюда, не бьешь сильно, потому что если сидишь сюда ко мне, лежи, не бьешь сильно, а то можешь вот этими двумя пальчиками, ладошку поставь, вот так, вот, раз, то есть, видишь, чтобы она не сгибалась, прямо было, да, вот, раз, понемножку, раз, два раза право, и раз, два, один, раз, два, только не сильно, вот так, как я, хорошо? Готовы? Пальцы мои, пошли. Нет, нет, Вика, Вика, ты ударил на руки здесь, ручки здесь все время. Матея, перешли, так, кто там, Андрей сюда, Саша сюда. Добрый день, это Каталупенко. Я насчет ученика 10-го Б-класса Салтанич, который хотел перейти на секцию. Все, понял. Так, хорошо, еще там зайдет. Так, не понял. Вперед. А, подожди. Вы сюда вдвоем. Вика, сюда перейдите вместе с Сашей. А ты один. Значит, не бьешь со всей силы. Удар, два удара. Удар, два удара.
и пошел 1000 ударов. Хаджина! Пошли. Нет, ты на одной ноге, на двух ногах, Михаил, и толкай его. Давай, толкай его. На двух, толкай, толкай, толкай. Он должен встать на две ноги, толкай его. Михаил, ты на двух стоишь, вот ты должна его столкнуть. Давай. Вот так, вот, толкай. Санечка, аккуратно, Сашенька. Вот так, умница. Хорошо. Нет. Смотри, смотри, вот здесь бьешь сильно рука. Выпрямленная должна быть. Вот ты тоже сгибаешь сильно. Хорошо, Матея. Так, Алекс перешел туда. Андрюха, бьешь. Николай, туда. Вика, на двух ногах. Михаила на двух. Они прыгают на одной. Вы должны их столкнуть на две ноги. Хаджина, пошли. Толкай, Михаил, его толкай. Вика, толкай сильнее, чтобы он упал. Давай, давай, делай сильнее, сильнее его, вот так, выталкивай его туда, за это. Николай, ты что выходишь? На другой ноге, на другой ноге, Саня. Вот так, хорошо. Умница, Матей. Пошли вокруг ковра, заправились. Так, Петри нету, блин. Каталин были с часу. Уже группа, блин. Макс с часу был. Руслана, наверное, там что-то даже нужно сидеть. Нина с этой заболели, блин. Ну что за... Как вести, блин? Андрюха, у тебя сколько уроков завтра? Пять. Пять. Значит, с часу будешь. Но завтра идем, да, информация. Опа! Нет, она... Опа! Анализ на кровь презентации. Опа! Сначала. Опа! Ты же больной. Все, блин, не ходи. Ты что, тебя же посадят в армию. Все, будешь сидеть на карантине в армию. Идете в военкомат, Андрюха? Да. А кто еще идет? Я, не весь класс наш. Весь класс? 2005 год. Весь 2005 год? А я не знаю, 9-й, да, если 2005 год. А 10-й идут? Да, 10-й идут. Значит так, идете, сдаете кровь. И идете домой тогда, что делать? Нет, обратно в школу. Опять? Так это утро. Да. Утром и потом в школу обратно. А, так вы успеете на тренировку. Так при чем здесь кровь тогда? Я офигею. Ой, Гусь, что собираться завтра не прийти? Нет, нет. Блин, я бы не пришел. Я бы сказал родителям, что мы были в военкомате. Но там учителя сразу заложили. Так, значит, внимание сюда. Михаил, ты пока приседаешь. Саша сюда. Вика сюда. Нет, Саша, Вика туда. Андрюша, Николай сюда. Значит, смотрите, что делаем. Вот вы сюда встаньте. Чехарду знаете, как играть? Нет. Да. Вот посмотрите внимательно. Николай, встань на ковер, да. Значит, Николай, шум у тебя с тобой. Опусти, пожалуйста. Не, не привыкай, я тебе объясню почему. Если ты в борьбе так сделаешь, по любой, тебе сразу дадут замечание шида. Смотри, значит, Андрюха, прыгаешь через него, он наклоняется, становится. Ты делаешь, прыгаешь через него, пролезаешь между ног. Николай поворачивается и пролез, и становишься. Николай поворачивается, прыгает, пролезает между ног и получается друг за другом. А ну-ка покажи, можешь ниже встать. Вот так. Вот. Раз, пролезаешь между ног, опа-на, и становишься. Нет, не поворачивается, да. А теперь Николай прыгает. Сань, ты там пониже встанешь. Пошли. Да, да, Вика, прыгай. Прыгай. Не, не, ну, давай. Вперед. Сильнее. Вот так. И между ног. Между ног. Хоп. Все. Что? Теперь ты прыгаешь. Нет, Вика, выше. Да, да, да. Пошли. Хоп. И пролезь между ног, Саша. Пролезь, пролезь. И теперь Вика прыгает. Давай, Вика. Хоп.
Саня, ты... Да, ты... Давай, Вика, ты ждешь!